другого такого не знаю. В этом мире такой он один. Он историк и сильный политик. В диспутах он не победим. У него очень много регалий. Он юрист и блестящий стратег. Он является лидером партии. Жириновский наш человек. ЛДПР всегда идет вперед, наш человек. Владимир Жириновский, он впереди. И вместе с ним народ в большой стране. Быть лидером не просто. Жириновский. 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 Знают и любят, за него голосует народ. Он всегда говорит правду людям, не сдаваться и только вперед. Обладает актерским талантом, чувство юмора на высоте. Очень умный и сильный оратор, таких лидеров мало в стране. ЛДПР всегда идет вперед, наш человек. Владимир Жириновский, он впереди. И вместе с ним народ в большой стране. Быть лидером не просто. Жириновский. 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 Дорогие друзья, рады видеть вас сегодня в эту не самую хорошую погоду на нашем мероприятии, на митинге ЛДПР, посвященном Дню народного единства. Именно в этот день, более 400 лет назад, как слышно? Отлично. Так вот, именно в этот день, более 400 лет назад, русское ополчение во главе с Мининым и Пожарским изгнала польских интервентов из Москвы, и закончился период нашей истории, называемый «Смутным временем». И уже несколько лет, с 2005 года, мы собираемся в этот день, чтобы отметить этот праздник.
И на этих словах позвольте наш сегодняшний митинг, посвященный Дню народного единства, считать открытым. Депутату законодательного собрания Новосибирской области Олегу Геннадьевичу Суворову. Добрый день, дорогие однопартийцы, жители области и города Новосибирска. Традиционно мы собираемся на знаменательные даты нашей страны. И сегодня одна из них, а пожалуй, может быть, самая или одна из самых важных – День народного единства. 400 с лишним лет назад наши предки повели ополчение на Китай-город, чтобы выбить оттуда польских захватчиков, которые давно вынашивали планы завладеть нашей страной. Сегодня все, к сожалению, повторяется. История ничему не учит наших оппонентов, как модно сейчас говорить, а я назову их врагами. Сегодня происходит раскол не только народа, братских стран. Вы посмотрите, что творится. Украина с Россией. Народ, который имеет общую историю, общие семьи, общих детей, внуков, на сегодняшний день разделены. Это делается специально. Страны Балтии, та же Польша, беспристрастно пытаются укусить нашу страну. С иконой Казанской Божьей Матери князь Пожарский вошел в Китай-город много веков назад. А сегодня весь православный мир с замиранием сердца смотрит, как пытаются расколоть еще и по религиозному принципу наши народы. Этого нельзя допустить. Поэтому праздник народное единство я и назвал самым, пожалуй, главным в наше время. Русских 142 миллиона в России. И еще около 30 миллионов наших россиян, члены диаспор разных стран. Всего 170 с хвостиком. И 1/6 часть суши. Естественно, это лакомый кусок для всех наших врагов и оппонентов. Поэтому мы должны как никогда сплотиться, стать непреодолимым заслоном на пути их агрессивных устремлений. И я считаю, что мы многократно это доказывали на протяжении всей нашей истории. И сегодня они не пройдут. Партия ЛДПР всегда сплачивала народ в трудные времена. 30 лет мы вместе с народом. Дорогие однопартийцы, гости, всех вас поздравляю с этим знаменательным праздником. Желаю вам здоровья, многих лет жизни. Как никогда чувствуйте локоть и плечо товарищей. И не только по партии, а всех наших граждан. Поздравляю вас еще. Успехов, счастья, здоровья. Всего доброго. С праздником. Спасибо, Олег Геннадьевич. А теперь слово предоставляется руководителю фракции ЛДПР в Совете депутатов города Новосибирска Лебедеву Евгению Владимировичу. Когда, как не сегодня,
где, как не здесь и сейчас, нам быть едиными? Что нужно россиянину, чтобы быть настоящим патриотом своей страны? Партия ЛДПР 30 лет на современном политическом олимпе современной новой России. За все эти годы мы никогда не вносили смуту в политическое устройство страны. Мы всегда выступали против переворотов и кровавых революций. Мы выступали за стабильность и единство государства. Мы выступали за понимание и дружбу многонационального российского народа. Разрешите мне, уважаемые друзья, от имени фракции в Совете депутатов города Новосибирска поздравить вас с государственным праздником Днем народного единства. Мира вам, добра и единения. Спасибо! Спасибо, Евгений Владимирович. Дорогие друзья, День народного единства. Сегодня, но для нас, для партии ЛДПР, этот день практически никогда не заканчивается, потому что мы стараемся быть едиными со своими членами, со своими избирателями, сторонниками всегда. У нас в Новосибирской области работает на постоянной основе уже 19 общественных приемных, в которых всегда ждут вас, двери которых всегда открыты, и в которых мы постараемся оказать вам максимальную помощь. Мы ждем вас в городе Новосибирске, Бердске, Искитиме и Оби, Черепаново, Маслянино, Сузуне, Тагучине, Машково, Болотном, Коченево и Колыване, Татарске, Купино и Чистоозерном. И это количество будет только увеличиваться и только расти. Поэтому сегодня я еще раз поздравляю вас с этим праздником. Я еще раз говорю вам огромное спасибо за то, что вы, невзирая на погоду, время года и на прочие, возможно, сдерживающие кого-то факторы, пришли сегодня сюда. И также я хочу вам сказать, что наши митинги, они совершенно не ограничиваются только речами с трибуны. Сегодня, как всегда, по традиции, по окончании мероприятия, вас ждут презенты, наша сувенирная продукция от ЛДПР, две прекрасные газели, они ждут вас, добро пожаловать. Также сегодня, по окончании мероприятия, мы готовы пообщаться с вами по каким-то вопросам один на один. Ну и ждем вас всегда, потому что мы работаем не только в период выборной кампании, мы работаем всегда, мы всегда с народом, это наше политическое кредо. Спасибо вам еще раз. Мы очень вам рады сегодня и всегда. И на этом позвольте официальную часть нашего митинга считать закрытой. Yeah.
Вот ты сейчас туда поедешь. Там что-то...